Сегодня у нас печенье рогалики из творожного теста. Для этого нам потребуется 0,5 кг творога, 0,5 кг маргарина, 1 яйцо, 1/2 чайной ложки соли, щепотка соды и 4 стакана муки. Творог и маргарин у меня теплые. Добавляем яйцо, соль и все тщательно перемешиваем. Теперь добавляем муку. 4 стакана муки добавила. На муку насыпаю соду, слегка соду размешиваю в сухой муке и начинаю месить тесто. Вот такое мягенькое тесто получилось. На 10 минут отправлю в морозильник. Тесто достала из холодильника, включила духовку, начну лепить рогалики. Посыпаю стол мукой. Раскатываю. Начинку из рогаликов можно делать любую. Тут все зависит от вашей фантазии и от того, что у вас есть в наличии. Можно постараться сделать ровненький кружочек. Тесто очень нежное, мягкое. Так как тесто у нас не сладкое, посыпаем его сахаром. Берем фигурный ножик, ну если его нет, можно обычным ножом резать. И начинаем делить тесто. Сперва мы его делим пополам, на 4 части, и каждую часть еще пополам. У нас грецкие орешки. Кладем по 2 кусочка. И начинаем заворачивать. Такой рогалик у нас получается. Чтобы он был еще симпатичнее, мы окунаем его в сахар. Теперь будем раскатывать следующий кружочек. Чтобы тесто хорошо пропеклось, нужно раскатать очень тонко. Посыпаю сахаром. Опять режем наш круг на 8 частей. Эти рогальки я решила сделать с клубничным джемом. Раскатала третий лист. Эти рогалики решила сделать с яблоками. Яблоки очистила, порезала на дольки и разложила. Начинаю сворачивать. Эти рогалики будут немножко пошире, потому что яблоки широкие. Также обмакиваю в сахаре. Вот такой рогалик получился. Решила сделать рогалики вообще без начинки. Посыпала сахаром, порезала и буду заворачивать. С такого теста можно делать рогалики вообще без начинки. Верхнюю часть обмакиваю в сахаре. Такой красавчик у нас получился, потому что без начинки. С оставшегося теста буду делать конвертики. Эти печеньки у меня уже есть в другом видеоролике, но эти я сделаю гораздо крупнее. Чтобы дольки получились одинаковыми, ставлю шаблонку. Раскатываем кружочком. Теперь скалкой раскатаю тесто, опять-таки, очень тоненьким. Одной стороной обмакиваем сахар, половинку другой стороны кладем опять-таки на сахар, лицевую сторону обмакиваем сахар и убираем. Вот такой конвертик у нас получится. Рогалики с орешками, рогалики с клубничным джемом, рогалики с яблоками, простые рогалики без начинки и крупные конвертики. Приятного чаепития! Будьте здоровы, живите богато!